Всем привет, с вами Alice from Black, и это еще одно видео по White Noise Online. Я... I definitely need to go back to the light bar. I'm too slow with anything else. Я решила обозревать некоторые обновления в этой игре. И на самом деле обновлений сейчас вышло не очень много, но они стоят того, чтобы их обозреть. И вот чел, который со мной разговаривает, это мой друг. Да, это мой друг. Мы с ним по этой игре познакомились, собственно говоря. Так что если мы будем тут обмениваться моим кривым английским, вы не обращайте на это внимания. А из обновлений у нас появилось в настройках это... Где настройки? А, ну получается настройки, игра и выбор, короче, цвета палочки, который ты кидаешь. А, подсказки... Так, ну это понятно. Синий, белый, аква, зеленый, лайм, желтый, оранжевый, красный, розовый, пурпурный. Но мне нравится пурпурный, потому что в последнее время я играю в Saints Row. Пурпурный больше всего похож на цвет святых. Да, именно так. Я хост, так что подождем пока всех остальных. Ну и еще появились новые идолы, то есть они теперь выглядят не только как зеленые сопли, но и более похожи на какую-то тотем. Так что, так что. И, кстати, этот чел, скорее всего, сейчас стримит, так что если у него останется запись стрима, то я, возможно, скину ее в группу. Вот так. А еще разработчики этой игры обещают на следующей неделе новые... обновления, так что тоже будем их обозревать. Я изначально хотела обозреть уже с новыми обновлениями, но потом подумала, надо что-то... Что-то надо делать. Вот. И решила без обновлений. Пусть будет как есть. Сделаем потом еще одно видео. Все-таки в эту игру я захожу достаточно часто. Ну, единственная проблема у нас, хоть в прошлом видео были русские, но мы с ними особо не разговаривали. Здесь русских нет вообще. И у нас локация госпиталь. Наша любимая. You speak English, any of you? Главное не запутаться, кому я должна по-английски говорить, кому по-русски. Вам-то по-русски все-таки, это ему по-английски. Я не знаю, увидим ли мы сейчас какие-нибудь новые идолы, но я возьму благовоние и посмотрю хотя бы, есть ли у нас монстр. Ну, куда он денется, собственно говоря? Монстра не вижу вообще. А вон он бегает. I see the monster. Which one is it? Alright, what creature is it? Нам вообще куда-то в ту сторону. Ща. Come on, guys. Go. Я его вообще не вижу. Может, и к лучшему. Вообще не совсем представляю, куда мы сейчас идем, потому что, ну, блин, у меня компаса сейчас нет, я вообще понятия не имею, куда мы идем. Я вот последнее время играю за эту Анну Мари. Мне она по статам вообще очень нравится на самом деле. Батарей. Да дайте мне уже компасом воспользоваться. Ну, maybe люди знают, куда идут. Я уж привыкла типа того, что... Да ну блин, дайте мне тоже батарейку. Привыкла здесь, короче, формулировать свои мысли в голове по-английски. Так что не удивляйтесь. Если я вдруг буду что-то такое выдавать неожиданно.
Я хочу взять кассету. Там они сами разберутся, я надеюсь. А где кассета? It's a fake. They're going in circles. Чё? Я надеюсь, что когда он начинает что-то орать, микрофон меня слышно, потому что делает он это часто, но с моим-то микрофоном это, конечно, не про меня. На самом деле до этого был батареечку мне. До этого был достаточно такой, знаете, напряжный момент. То бишь, прошлая игра была достаточно напряжная. Потому что мы играли, короче, против бота. А бот — это такое существо, короче, непонятное вообще. Alright, guys, grab the supplies and stuff. Если это вообще можно назвать существом. Я слушаю его сзади, вот буквально. А нет. Нет! Пидор. I see the monster. Он вообще внизу там. А вот теперь его видят все. Сваливай. Чел, куда ты? Come on, guys, this way. М? Надеюсь, ты знаешь, куда ты идешь. В прошлый раз, кстати, вот играли с русскими, и, как оказалось, искать они не умеют вообще, кассету в жизни никогда не видели. А я так понадеялась на нигера, за которым шла. Нутелла. Да, еще в обновлении обещали нового персонажа добавить. Не знаю, правда, за что будут давать этого персонажа, вернее, с какого уровня там все дела. Но, ну, посмотрим, короче, что за персонаж. Сниму видео, как только выйдет обновление. И как только этот персонаж будет доступен. Возможно, это фейк. Maybe фейк. Воу! No! Not today. Я так понимаю, кассету здесь забрали. Awesome. Забрали, я так понимаю, здесь кассету. Здесь она все-таки была. Блин. Фейк. Прям на этого чувака наткнулась. Оу, монстр.
А где все? Where are you? Называется, слышу, но не вижу. Окей, пойдем куда-нибудь. Вообще, на самом деле, разделяться в этой игре это просто смерти подобно. Help! Shit! Shit! Why would you... Goodbye! Oh, no. No! Why did you freaking separate? Oh my god, we're dying. We're all dying so fast. Oh shit. А вот, кстати, можете обратить внимание, айдолы. Господи, блин, я же говорю, я уж по-английски думать начала. Идолы новой формы. Теперь это какой-то грибочек. Больше похож, кстати, на такие, которые русалка ставит. Очень похож на глиста. Есть еще одна форма, я ее тут недавно видела. Блин, а как это? Где этот идол находится? Эти чувачки когда-нибудь меня и английскому научат на разговорном уровне. На самом деле в этой игре не была уже где-то, наверное, неделю, так соскучилась по ней, что прям вообще. Мне вот интересно, его никак вообще Тисонул? Тайсонул? Зона? Что? Зона? Будь призраком, ищи кассета. И, кстати, плюс призрака в том, что он может все-таки изгонять фейки. Мне почему-то кажется, что это фейк. А может и нет. Это фейк. It's far, it's back the way we came. Вот тут еще иногда бывает кассета. Но не сегодня. О. Идол. Айдол. Блин, а как к нему пройти? Try to run. Надо будет, кстати, посмотреть эти идолы поближе как-нибудь. Но я так думаю, это будет не сегодня. О, ноу. У нас всего лишь один этот исследователь, две кассеты. Зачем он вышел, а? Эта игра учит нас тому, что после смерти куда лучше. И монстр за тобой не гоняется, и все светло, так радужно. Жизнерадостно. Я надеюсь, да, они там, короче, бегают вместе. Главное, чтобы он меня не видел, потому что... он может пойти за мной, а мало ли куда я иду. Может, я иду идол убирать. Тогда мы просрём. К слову, птичка. Здравствуйте. Еще куда-то не сюда он мне показывает. I swear he's right behind me. Показывает куда-то вот сюда. Что-то я круг сделал, по-моему.
yeah, no, I was the last one. Oh my god. The other guy left. I didn't know. Опять мы остались втроем. Мы вот буквально недавно играли в такой же компании. Питер, Тисону, ну и я. Знаете чё? Он не русский, насколько я правильно помню. Ой, верни. А, у него не написано. Ну я добавлю, короче, его в друзья. See you, Peter. Оу. Ну как так? Ну, пожалуйста, присоединитесь кто-нибудь к нам. О, Питер меня в друзья добавил. Шикарно. Ну вот с этой девкой мы, кстати, тоже познакомились в этой игре. Она из России. Этот Спит мы тоже познакомились в этой же игре. А так, по сути, пригласить даже некого. Ну, я попробую. Старт. Ну, в принципе, можно попробовать. I think we can do it, yeah. Я, короче, хочу это... Раз есть такая возможность, короче, посмотреть насчет идолов, потому что... Айдолов. Потому что я даже не видела, короче, можно ли их как-то... Вау. Да, можно их менять, короче, случайно. Пузырь. Постулут. Постула. Сфинкс. Наблюдатель. Наблюдателя, кстати, такого видела. Сфинкса не видела. Вот эти вот два тоже. Ну, пузырь, понятно, это эти сопли зеленые. Кора и шипы. Шипы тоже. Шипы были вот тогда, когда я... Или когда это? Ха-ха-ха-ха. Давайте попробуем все-таки за монстра поиграть, потому что... You kill me, Скорость, восприятие. I'll take you on, let's do this. Вау. Wow. Кара, мне нравится по характеристикам. У них же теперь характеристики как бы разные. 10 секунд. Триста процентов? Да вы чё? Давайте наблюдателя выберем. Старт. Yes. Вон человек предлагает старт. Да ладно, в принципе, можно еще пару секунд подождать. Ай, ладно. Окей. Let's go. Нет, на самом деле я никогда еще не пробовала монстром играть. Я не знаю, может буду ему поддаваться. Посмотрим. Да, мощно. Так, у нас есть компас. Можно фейки ставить. На правую кнопку мыши, насколько я знаю, можно ставить идолы. У нас, кстати, есть идол один уже изначальный. А, компас поможет, короче, найти исследователей.
Never gonna find me. На Т. Да, на Т возводить, короче. Идол. Нет, это телепорт был. А идол на какую кнопку, я что-то не понял. Ладно, давай поищем, что ли. Он недалеко, короче, чувак. Вот идол, по идее, да? Нет. Это, короче, прибавляет мне скорости и... Ну и все, в принципе. Он нашел где-то кассету, зараза! Прибавляет скорости и, короче, бесшумности, типа. Да. На самом деле, я слышу кассету. Сказать о том, что я слышу кассету, вижу, слышу, блин. Вопрос, а зачем монстру знать, где кассета? Ладно, пока прогуляемся. Кстати, далеко? Далеко ушел, зараза. Блин. Я не знала, что на Shift тоже еще применяется это дурацкое ускорение. Ну, короче, если что, будем знать. Я кассету, кстати, слышу. А че он там руку, кстати, поднял? Это, наверное, неспроста, да? Я все-таки красавчик, да? Господи, как отчетливо слышится эта кассета. Это ж просто, это ж пиздец какой-то. Почему, когда играешь исследователем, у тебя не такой хороший слух? На самом деле, не очень люблю играть исследователь... Тьфу-то, блядь, монстром. Ну, потому что как-то, не знаю, я... F. Давайте посмотрим, что такое F. Теперь вы невидимы. Свет не оглушит вас. Шикарно. Только нафига оно мне? Блин, круто, смотрите-ка. Все такое фиолетовое. Фиолетово-синее, я бы сказала. Так, можно телепортироваться. О, все. Отпустила. О. Че? Понятно, как теперь идола призывать. Пойдемте тогда все поставим, которые возможны. То есть, по идее, я подхожу к точке, которую... рядом с которой можно поставить этот самый идол, и я могу его призвать, да? Понятно. Мне бы фейкуху сейчас. Нагнал немного ужаса, но на самом деле я его даже не вижу. I am noob. Ну я ж признала. Фига он, блин, уже почти все кассеты собрал, пока я тут пытаюсь научиться делать, короче, всякую фигню. Короче, пойдем за ним, посмотрим, где он там. О, могу фейкуху поставить. Оп. Подавись. Ну, призвать идол. Давай. Рвани. Чё вот это там стоит такое? А.
Далеко где-то зараза ходит, короче. Хорошо, что эти идолы я могу ставить бесконечно много. Ну, в тех местах, конечно, где это возможно. Так. Глаза. Где он находит эти чертовы кассеты? Зараза. Я найду тебя и убью. I see you. Файн. Зараза. Я тебе серьезно говорю. Но он, скорее всего, благовоние взял. За все это время я его ни разу не видела. Он поставил приманку, кстати. На самом деле, за монстр такая прикольная игра. Во-первых, все так круто видно. Тоже тебя вижу. Да, он попался. Вау. Боже, какая прелесть, а? Кошмар. Ну чё, пацан, махнемся? Ладно, я не люблю за монстра на самом деле играть. Господи, я ходила как даун, серьезно. Такой кошмар. Ладно, надо выбрать нормального персонажа, наверное. Сара классика есть. Ну, блин. Наверное, вот так. Во. I am investigator. Yeah. Yeah. Ладненько, друзья мои. Я так думаю, на этой прекрасной доте серию мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи.